Итак, следующее, что же у нас попалось при разборе 800 штук монет. Это на 71 год. 2 копейки 71 года у нас стоит чуть-чуть больше 2 гривен. Материал латунь. Борт у нас ребристый. Вот видно. Следующие монеточки. Следующие. Это на 72 год. Тоже номинальная стоимость. По каталогу это у нас чуть больше 2 гривен. Следующие наши монеточки. Это у нас монеточка 73 года, 2 гривни. Цена 2 копейки, цена 2 гривни. Кому интересует, можете у меня их заказать. Цену вы сами слышали, по каталожной цене отдам. Возможен оптовая пересылка. Так, 2 копейки 78 года у нас стоят 3 гривни 50 копеечек. Так что 3 гривня. Да, вот такую вот монеточку, которых уже, в принципе, не чеканят там давно. Вот. И вот из 2 копеечных, что у меня вышло, это 2 копейки 79 года. Ценник у нас 3,55. Да, монеточку. Вот такие 2 копеечные монетки вышли у нас. Интересные годов. Вот. Ну и у нас по 3-копеечным. Что же у нас тут выпало? По 3-копеечным у нас выпал 69-й год. Монетка, конечно, такая из земли, походу. А, 60-й. Или 69-й, или 60-й год. 60-х годов не было, значит, это 69-й год. Наверное, больше всего, что 69-й год. Стоимость 5 гривен. Ну, в таком состоянии, я думаю, что вот ребристый у нас должен быть. Думаю, что не сильно он уж дорого стоит. Так, 61-й год у нас. Очень распространенный год. Много монеток 61-го года. Это здесь не определяя разновидность. Попалась одна штучка. Вот. Стоимость 2 гривня. Так, по 3-копеечным. Что у нас еще есть интересного? Это у нас 71 год. Цена 3 гривня. Вот попалось мне здесь 4 монетки. Горд ребристый, как обычно. Материал латунь, герб СССР с другой стороны. У нас еще по 3 копеечным. По 3 копеечных у нас выскочил еще 72 год. 3 гривни также само стоит. Здесь у меня их выскочило 4 штучки со всего перебора. Вот СССР, горд ребристый. Материал латунь, еще раз напомню. Так, что же здесь? 74-й год. 74-й. Стоимость почти 3 гривни. Попалось здесь, кстати, 3 штучки. Вот герб СССР. Так, следующий у нас 76-й год. 75-й нам не попался. Стоимость 75-го года 12 гривен. У нас попался 76-й год. 3 гривня 76 года, 3 копейки 76 года стоит 5 гривен. Так.